Весь рейд с РДДшники встаньте, вот где ромбик, вот туда он встаньте, чтобы когда трэш вышел, вы сразу развернулись и начали его заливать. Индус, там где в кружке. Индус в кружке! Рога. Загрузка. Рога ты не намазал, да? Индус, что у тебя зависло? Капец. Я говорил. Ну в смысле, ну как это можно было угадать, что он зависит? Забирай, Арсен. Тотема у меня не стоит. Почему у меня в звезде нету тотема? Я ж поставил. Давай я по центру. Шлеп. Я думаю, почему я от них убежать-то не могу, блин. Они меня куфают. Так, истребление в течение 30 секунд будет. Народ, приготовьтесь, разворачивается. Тизар замедляешь, примораживаешь на кружке. Каппа примораживай на звезде. Развернулись, в трэш залились. Фул хпшных не бейте. Я захожу сейчас. Давайте, запах. Поехали, зарезаем. Yeah. А, все, блядь. Ложимся. Тут тотема не было, я стаков понабрал. Ложимся, не хильте. Индус, перезапускай себе там. Я уже перезапустился, да. Ну, все нормально, работает. Да, вроде работает, и до этого уже нормально работает. Сейчас оно встанет. Ну, один пусть идет в край. Гантер же для этого один хил всегда стоит на вот этих чуваков, которые водят, а все остальные хилят вот этого глута. Всех ребят, которые стоят там. Подойдите кто-нибудь в угол лок. Или еще кто-нибудь. Ладно. Вставайте. Ага, все. Не, это не работает, короче, с этим боссом. Вставайте. Встаем. Да не пропускайте его мимо, давайте сразу бьем. Надо еще одно тело взять. Мне писал чувак с именем Токсичный.
Это кто у нас? Мне надо уйти, ББ. Ебать, тип нахуй. Так только уёбки пишут, блядь. Нельзя написать, куда уйти. ББ, блядь. Жесть, конечно. Он ушел, все нормально. Так, ДКшник, надо его. Алло. Да, блин, человека взяли и в вагон, можно сказать, он. Ну, ему надо уйти. К бою готов. Хорош, вот это другое дело. Че, мужики, с умом будет? Да, сейчас. Мужицкий рейд. Рейд из мужиков. Угу, и моей жены. Тестостерон 100%. 99%. Ладно, 99. Кто там упал? Только мужики падают с трубы. Да не понял как, но вы как-то сагрили внизу, алё. Да там, там упал кто-то. Ну, была собака, только идите назад, бейте, алё. Быстрее, быстрее. Где ты? Поэтому я тоже говорю, цепляйте этих гадов снизу, блин, чтобы вот не было вот такого. Или? Да тут уже другое. Это кто-то, это постарался кто-то специально, походу. Нет, просто у кого-то гады просто упали, они поднимаются наверх и не сагрели. Лака. Чувак, давай. Механика сиру, что интересно. Умирайте сразу. И вставайте самонем. И тыкайте, тыкайте. Блять, вот серьезно, столько человек стоит, и никто тыкнуть не может. Блять, еще бой от кого-то появился. И кого? Где кто сагрил? Ну я пока что говорю. Шли люди, их не пяты чуть-чуть упали за трубу. Поднимаются наверх, сагрили трэш. Трэш поднялся наверх. Сейчас добиваем уже. Мне кажется, блять, пэты ваши умнее, чем вы, бля. Ёбана в рот, ёбана. Кто-то упал. Тут если пэтов заставить рейд проносить, они быстрее пронесут, чем мы его проносим, блядь. Сквозь текстуры забегут просто тупо, все херно тупо уйдут. Если вы там упали, то просто вас умолят. Фулл рембаф, быстро же раздали рыбу, поешьте. Срез покушай, хау покушай. У вас покушай. Каску пороги. Кулак пороги. К
кулак по паладинам. Гантели, а ты теперь и кулаки им по 5-5 даешь. Даркрыш у нас ушел, ББ написал, понимаешь? Хорошо, что ты понял. Смотри, я, блядь, на изготовку встал. Ты в печеньке. Давай срез ты будешь у меня ставить, а да. Алиса будет там в кружке ставить. А, мы уже все обсудили. Блядь, у меня Алиса в этом включилась, блядь, в Яндексе. Ну, ладно, все готовы, блядь. Ты только не говори выключить компьютер. Геру дайте, что ли? Побейте его. Индус, цепляй следующего. Да, смотри, если он ко мне идет, то можешь уже не обращать на него внимания. Арстал, как только у тебя спадает стак, вообще баф, забирать. Все переключитесь, страж. Берните индуса Морло. Морло быстрее Берни. Мне не прокликивается. Сейчас их. Другая пушка кто-то покатит, алё. Так, индуса забафайте сразу. Касочку ему там дайте. Все, не надо, никаких касочек, арт-стайл не дотянется никак. Пускай их полностью. Да пофигу. Если что, я повожу. Сказал всем стоять в ромбике. Совы, маги должны в первую очередь стоять, чтобы если моб ушел, сразу их либо закорневать, либо, блин, дать переморозку. А нас снова стоят где-то в стороне. Алло, куда побежал? Пустилась она на ролл? Кость глута? Нет. Нет. Просто тогда парольте. Я не знаю. Сейчас, подожди-ка. Лок. Я ебу, блядь. Ну что? О, мне эти нужны. Такие вы хуёвые, просто в ахуе, нахуй. Просто понабрали ебаных пугов, нахуй, каких-то, блядь. Которые не могут поставить пято ебану на пассив, нахуй. Кто это сагрил, блядь? По башке ему.
Жесть просто, блядь. Вот что ты написал, я хуй пойми, что ты написал. Лок. Куету какую-то написал. Вот просто мой пет, но я его отправил, но он бил не того. Что это? Это может ребенок, ну ля, ну что ты? Сейчас объясним ему, и все будет нормально. Ребенок? Да, ребенок. Что это ты ребенок? Ну. Может ему 12 лет. Ну тогда это достойное положение. 15 лет играет тут. Срез, тебе нужно Т7? Ну-ка, конечно. Да, Лиса пошла шаманом, я заберу за свою ИП и отдам. Это этот же кто? Дох. Так, ну какой Глота Вакуа выиграл у него там? Так, что-то точно не ребенок. Так, а токсичный у нас давно в гее или нет? Первый раз просто вижу. Токсичный, да, уже месяц больше, наверное, даже. Не, ну может и меньше, не знаю. Комбатик, говорит. А, это ж Серега. Он вообще 1000 лет играет. И опять я в соплях. Это его, да? Серега, а ты чё решил ДК играть? Понимаю. Не очень. Нравится тебе все, что тут упало? Оставьте жизнь. Починка есть? 300 рублей. Поставил. Так, ну давайте как-то так. Первая, третья группа налево, вторая, четвертая направо. Срез. Да. Срез с аварии. Марлу, ходите направо, и Хао, и Хапалу налево. Я иду направо. Сразу почините все у Дживса, забафайтесь, у нас много падало. Не, херня какая-то, ты сказал. По цвету будем ориентироваться. Красная метка — это красный дебаф. Синяя метка — это синий дебаф. Понял, Тизар? Сейчас, секунду. Так, я буду говорить, какого босса стопать, вы моментально стопаете, либо замедляете свой квестер. Не понял, Татрион, ты в танке? Нет, я во фросте. А может ты в танке? У меня капа нету, защиты еще. Да не, все равно манекены. Нет, трубашит пары. Так, ну метки я чуть-чуть подправлю, чуть позже. Так, артстайл я тебе сказал направо. Пусть налево будет, я уже справа. Ладно. Посмотрел налево, шел, думаю, ну ладно. Так, дай мне еще раз лутера на босса, я хочу проверить. Я вроде выключил эту шляпу. А спасибо. Как ты выключил?
Так, их убивать с разрывом не больше 5 секунд, иначе они переродятся, а минусы становятся в крест, получается, а плюсы будут в квадрате. Я буду анонсить, когда будет идти смена полярности, вы должны в этот момент уже начинать смотреть на свои дебафы, когда они изменятся. Быстрее вопрос. У тебя еще раз, как узнать, вы смотрите, какой дебаф в дебафах у вас появился. Если там появился минус, минус красный, вы видите красную метку возле Тадиуса? Красная метка — это крест. Вы заходите, если у вас красный дебаф, это минус, в красный, сука, крест. Понятно? А если там плюс, и он синего цвета, вы идете в синюю метку. Синяя метка какая? Квадратик. Ебать, кто не в понял? Детском саду. Сука, для 12-летних людей игра, блядь. Так, ладно, чек на пул. Сейчас еще умрут. Все, все готовы, давайте погнали. Еще, ребят, стойте, пожалуйста, по всем одной точке, так как дебаф, точнее, за урон стакает. Не слушайте никого. Отпробуйте это делать, что вы забьете. Он имеет в виду по кучкам. Кто бьет череп чуть-чуть помедленнее. Все, добиваем обоих. Продолжили. Вы должны перепрыгнуть с этой платформы туда. Перепрыгнуть. Танки сразу под бок. Я перья покидаю. Кто не уверен в себе. А, скорости не хватает, мать твою. Толпин кончи. Предпоколов ставил. К меткам подойдите, чтобы сразу как накинулись полярности, вы успели добежать. Сдвиг полярности приготовились. Синю мне добавим побед. Так, все понятно. Сдали все. Че по Гере? Может, Феру? Я дал, да. Сдвиг полярности приготовили, смотрим на свои дебафы. Или бежали кому надо. Становитесь чуть дальше метки, не перед ней, чуть дальше. Марло, выйди, Берни, дракона. Выйди вот сюда вот. Звездочку. Кружочек, выйди. На сдвиге, да, полярности, или сейчас могу? Сейчас можешь. Ну ладно, сейчас уже будет после него. Сдвиг полярности приготовились. Перешли кому надо. Так, Берни, его пук дракона сразу не вставай. Он отошел, вставай. Что там еще? Ждешь, когда на тебе появится дебаф. Можешь бернуть вап. Клик на хп, сделай вор. Пук дракона, бернуй вап. Так, сдвиг полярности приготовились. Перешли кому надо. Понимаю. Бака, ну блин,
по команде встаешь. Без него шатнем. Две полярности приготовились. Пришли кому надо. Полярности приготовились. Перешли кому надо. Сдвиг полярности приготовились. Перешли кому надо. Так впереди идите ДБМ, и эти метки они передвигаются. Заходите в ДБМ, там их можно передвинуть. Там у вас фигнюшка такая вылезает. Передвинь меня. Помещайте вам куда удобно. Две полярности приготовились. Перешли кому надо. Две полярности приготовились. Перешли кому надо. Две полярности приготовились. Пришли кому надо. Не скажите, что все умерли от ДБМ. В смысле, посреди этого упало? Звук полярности приготовились. Перешли кому надо. Прохил, прохил. Что-то я, блин, отвлекся, тотемы кончились. Бред какой-то. Это весеннее обострение просто. Нет, он когда кинул. Это же ты в полярности, иногда кидают сразу. Пришли кому надо. То есть нету пары секунд, чтобы выбежать, ему сразу типа как-то начинают шутать. Да, ну есть такая тема. Так, те, кто в плюс, сейчас стоите, точнее отойдите от босса. Назад отходите от босса. У кого плюс, отходим назад от босса. Давайте, а то я не паролю. Во, перестало выскакивать. Ну, нормально. Ренжу, наберите плюсы друг от друга, чтобы когда она закончилась, не шотнули друг друга. Так, кто там плюсы и минусы ушли, идите сразу в военный квартал. Можешь протыкать сразу все шмотки, чтобы повлезали эти хернюшки, а не ждать по одной. Все, плюсы пошли.
Кто-то что-то еще говорит? Очень тихо говорит. Не знаю, я никого не слышал. Нет, туда. Все, пошли, пошли, ребята, не стойте. А, Мак, в следующий раз пиши в ПМ, а то, что выходишь, что я не всегда вижу открыть чат. Ну вот, в этот раз гораздо лучше было все. А то куча всякой фигни вылезает. Если хочешь, можешь на себя лоуть разобрать. Без проблем. Я-то как вагонетка иду. Вообще пофиг. По черепу играть, и метка не зря стоит. Так, мы куда пойдем? А, военку? Народ, лутайте трэш. Может быть, что-нибудь упадет еще. Да, люди, осматривайте вещи, потому что с них сейчас частенько что-то падает. Раньше как праздник был, когда что-то падало. У нас такой рейдж, ты и сейчас тоже как праздник. Особенно если какой-нибудь плащик там. Только мы падаем. Ну ладно, не забывай на хп кричать. Вон РЛ уху возьмет сейчас по-любому. Гантели, да, и вазу кулак. Сейчас гамбусу подойдем, там разбафнемся.
Не, что-то ледокопа не хватает. С куклами или в 4 танка будем бить? Так, токсичный у тебя есть спек танка? У меня ДКшника только 4-й день. Пука дракона есть, у Лорд Стайла, у Морали, у Тетриона вполне себе хватит. 4 танка. Ну, как дракона тогда тоже сетуешься. Так, я стану на звезде, Арстайл станешь на трусах, Мораль станешь на кружки и Дракон станешь на ромбике. Услышали? Сразу же там своих мобов забираете. Первый, наверное, пулемет Арстайл. Нет, Джереми. Поставь фирук. Кто там ставил? Блин, попить кулинарку надо качать. Кушайте рыбу. Фулл рыбов раздали. Ребята, если вы отходите АФК, не пишите это в рейд, пишите это в личку РЛ или еще кому-нибудь, потому что я не вижу трейда. Он бежит. Чем Джереми не писал, что ФК? Ну, можно за это КПшку начислить. Ну, вроде писал. Вижу, вот ясное солнышко. И иду списал. Все, больше никого я не вижу. После ясного солнышка он писал. Отойду тоже на пару минут. Среди него писал Хао, Пук дракона. Писал. Я Джерри. Давайте, чек на готовность. Дракон, спекайся в танка. Еще раз говорю. Дракон. У дракона такой танк, что он в соло потанчит. По крайней мере, был. У него там 218. Ну-ка, спекнись-ка в мишку. Превратись в мишку. Сколько там хабэшек-то? Он управление экипировки не юзает. Да, мышка все тыкает. Бедные твои сумки, нахуй. Да все там работает. Не, слетает иногда, бывает. У меня вот проблема такая частично бывает. 40 не хватает. Долго стоим, давайте быстрее. Дракона, блин, раздупляется. Ноги у тебя не те. Частично ПВП-шные шмотки.
нормально. Должен выдержать все вообще. Пусть да, от страховки остальные в ВТД. Моральный спектр есть в ВТД. Если что, мы с Арстайлом поводим туда сюда. Так, на пул в пук дракона и погнали. Ну я сейчас готов. Ну, пошли. Все, встали. Захил, захил, захил. Арстайл, да и салю по Аверну. Холипал, да и в этого, в Тизара. Сальву, сальву. Понижение угрозы. Как это называется, я забыл. Лайн спасения. После боя поставь меня на максимум, что ли. Могу, конечно, и сам увеличить. Так, все, пошли сразу дальше. Пугу дракона можешь обратно спекаться. На ДДшники, выйдите вы отсюда, видите, вас пробивает. Станьте на максимальный режим, заливайте свои лужи.
Коммуникации или кошелок нету? Гимн прочитал. Их убили сразу, пролутали их и пошли дальше. Подиспельте, Войд, шаманы. А, в смысле, попозже? Болта. Я что-то... Я еще на рейде думаю, что такое, кого прокляли. Давай я отставил. Так, что у нас? РДДшников до хрена, да? Ну и РДДшники тоже на ту сторону. Срез, хао. И хапал, наверное, тоже на ту сторону идите. Все, я довольный, я скапал. Ну ты у нас тут единственный хапал. Что-то я не понял. Ты хочешь меня... вторая группа, перейдите на живую сторону, а ЛДшники на той стороне. Вако! Назад! Ясное солнышко, у вас нечаянно, артстайл... А нет, отставил, отставить мораль. Перейдите на живую сторону. Так. Валко, квазар, си, уйдите направо. На мертвую сторону, там, где трупики валяются. Сорян, сорян. Изар, уйди отсюда. Валко, уйди отсюда. Си, тоже уйди туда. Забейтесь вон туда, где звездочка. Звездочку забейтесь туда, хилы РДД. А артстайл плюс-минус вот здесь вот в кружке держишь их. Вы просто в зоне моей досягаемости, из-за этого я и говорю то, что, блин, вы не на той стороне. Все, блин. Чек на пол. Какой-то лоб тут лишний. Окоп, уйди отсюда нахрен. Да пусть идет, сидит там. Все, все готовы. РДД, забейтесь туда в звездочку. Чтобы вас не било, чтобы ничего с вами не было. Слава. Индус. Так, что-то я Марлу не вижу на нашей стороне. Марлу этот... Да поздно, Марлю, сиди здесь. Ёбаный театр. Он вообще в хиле или нет? Если говорили спекнулся, я не услышал, сори. Не говорили.
Да просто Брэн в пятой поте, я думал, ты хил. Ну, да, ладно, давай, тут один хилишь. После того, как хапал, ливнул. Там прохил. Ну, только под конец может пробить. Ну, нет, вряд ли. Только если по мане сольется. Джереми и Нечаянно посмотрят за этим. Я пока не могу читать это заклинание. Так, сейчас спускается босс. Миники, приготовьтесь. Можете к стенке прижаться, чтобы не ловить второй дебаф миники. Зар, будешь, блин, так флотить эти ГП дам.
Так, скоро должны ворота открыться. Милики, можете подходить к воротам. Сейчас должны открыться. Ждите, пока что на баф спадут, либо аккуратненько по стеночке приходите, не агрите трэш. Народ, ну не стоим, блин. Вам шмотки уже показали, забрали руну, пошли дальше. Трэш поднимается по лестнице, так что аккуратно смотрите, не сагрите. Пойдите. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Ты что, на успех 70? Да, успех больше никто не ролил. Он один ролил. Если это ты говоришь, что да, 70 это успех. На же пристал. Был бы с духом, было бы лучше. Ну, придите с завода и встаньте тут, чтобы не согреть. Что-то не забавлялись, да? Переходим. Блин, вот трэш надо греть, ни одного хила тут нету еще. Хао варит там. Что это? То здесь перейдите на другую сторону, а то что-то мне не нравится, как они идут. Убейте этого. Ну, других-то не надо агрить. Блин, вы что, до сих пор еще на первой стоите? Ну, они тут начали разнобой бегать, блин, невозможно было через проход пойти. Теперь кто-то сагрит. Честно, с ложкой ведь столкнулся. Это долго будет, ребят, что-то вы их почти не бьете. Может, мы все-таки забьем? Может, кто-то будет диспелить магию? Алло. С рыцаря. Спасибо. Че, там где-то кого-то сыграли, что? Да, рыцарь. С рыцаря не спрятайте, быстро. Вот. Стойте, не идите, отошли оттуда, отошли. Ну, лок, пета, еп.
занимается трэш дольше, чем мы тут дрочимся сейчас стоим. Половина пошли АФКшить, половина стоят хуярят. Убивается трэш быстрее, чем мы сейчас делаем. Так я вам может, сразу вообще... сказал, все идем сразу же. Почему все остались на роли шмоток, блин? Все должны были сразу пойти дальше, и все, и не было бы никаких проблем. Почему-то, блядь, 8 человек прошли, все остальные хуи пинают, блядь, на долбанном разроле шмота. Вот я и говорю, он бьется быстрее. У вас, блин, Наташ, блин, вам одну кнопочку-то нажать на этом сраном разроле, вам не надо ничего смотреть. Убили босса, все, сразу пошли дальше. Никто не стоит, один только раздатчик лута стоит там, и все. Все остальные должны были уже давно убежать. Может, дебаф ждали? Какая разница, блин, почему-то вон 8 человек впереди стоит, блин, и вас ждет. Да они просто трэш не хотят бить, а нормальные пацаны бьют, видишь. Остальные люди просто зафакашили там, блин, ждали каких-то шмоток. Сразу проходите все в комнату, не ждите там. А по итогу получилось и те поафакашили. Угу. Ну а если никому не афакашить, то можно трэш убить быстрее, чем сейчас мы доходили до сюда. Хорошо. Шмотка упала. Да, уже на роли она висится. Так, весь рейд стоит в кружке. Артстайл, иди на звезду. И средств туда пойдет, наверное. На звезду тоже. А, гантели, иди за мной. У тебя есть реги на диван? Так, ну, гантели, можешь не бафаться, ты все равно сейчас умрешь. Где этот окоп? Квазер, да, и этот шкаф. Почему-то не было на 50 ЕП отдать. Как там... тебе теперь накинуть? Там тебе надо прописать. Этот надо сейчас сам накину. Накини себе 50 ЕП. ЕП. ГП, в смысле. Так, чё у нас? Кто в диване будет стоять? Да я хочу окопа поставить. А? На свой гончик. Я хочу, говорит. Просто окоп уже пару раз накосячил, я не хочу еще чего-то такого. Так, окоп и гантели, шуруйте за мной. Гантали, где ты? За звездой иди? Релогается. Релогается, походу. В чем проблема? Пусть Артстайл пока сходит. Дайте ему СС. Да его потом заколебутся разбафывать. Иди с Артстайлом там станет похилю. Гантали, иди за звездой. Не в метку звезды, а за звездой. Так, Тайк, вставай. На свою точку вставай. Так, Тизар, Тизар. Так, чуть-чуть. Так, кидай на него диван, сразу же вставай с этим камнем и беги обратно. Прыжок. Да, сейчас. Все, встал и беги. Беги быстрее. Все, я запускаю. Забафайте его чуток. Геру дали.
Так, Арсел, можешь вести к нам? Ну, давайте, давайте, жмите, ребята. Все переключились сразу в барона, его играем до конца. Убейте этого гада. Так, со мной аварий пойдешь со звездочкой. Косты будешь сбивать тоже. А когда мы будем бить баронессу, это по Серзелика, черепочек, ему должны абсолютно все косты сбивать и не стакать, и больше трех стаков, когда мы будем стоять на дальнем берегу. Так, все, побежали. Авари за мной. Все остальные идут леди бить. После босса мы в портал не идем. Да, после убийства остаетесь здесь и бежим пешкодрапу. Бежим на другой квартал пешком, без портала. В портал не прыгаем. И ну, еще раз повторяю. Лак, снимай свой диван. Какой он годен? Ушел куда-то, да? Все, поменялись. Да, сколько там у него хп? Поменялись, сбивайте тут все косты, абсолютно все косты на черепе сбивайте. Нас бить, алло. Алло. Больше трех не стакайте, иначе вы можете умереть. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Добивать ее. Идем пешком. Возьмите руны и побежали дальше. Так, пока идет. А, давай убьем его нахер. Топовый посох. Так, отойди чуть сюда. Проходим, проходим. Да. Бегите сразу все. Прогреб все равно. Отзовите, кто там собаку до кашки. Все, пошли дальше. Не агри, не агри. Уходим на стеночку и бежим. Эти гады до конца идут, да?
Хант, поставь ауру, пожалуйста. Нет, нет. И нет у нас хантов. Вот такие вот свои выкрики оставьте при себе, блин. Чисто нормальная тема, я считаю. Сейчас напишу, Изумур, секунду. Так, кто там у нас? Аркол, ставь шкаф. Аркол, тыкайте по шкафу. Так, каску по Вару, по Локу, по Хапалу. Ган... Так. Приста баф тоже по половине рейда. Кас и лапу по Арколу и Гантели. Приста баф. Ну, присты. Раздуплитесь. Так, все, все готовы, пуляй. Не смотрите там проклятие, магии и все прочее. Вака, а чё у тебя с ДПС? У тебя просто танк перебивает. Мне интересно, почему 210-й так мало бьет. Вала и бьет. У него меткости не хватает. Yes. Он еще скобочки ставит. Как меткости 210-й не хватает? Ну, там, блин, конечно, там ничего не будет хватать. Треш, не будем агрить? Ну, не меньше же там. Зайди на форум, посмотри, ради нормального описания, там твой класс. Кто-нибудь, пульните Пета туда, в ту комнату. Ханды, ханды, говорю, блядь. Локи. Пэты, Окафло, давайте туда, на личинок посылайте. Только столько просился в рейд, а сам не готов ни чарок, ни сокетов, блин. Это вака вот. Не капал. Да, да. Возьми на заметку себе, что тебе нужно будет немножко кров подкачать. Статы подбить для рейдов. Иначе в льду ты не попадешь. Нет. Твинка только апнул, у меня уже три профы фуловые.
Блин, вот не поленитесь, день потратьте, блин. Забейтесь все фулпрофы и все. И они проситесь постоянно в рейд, блин, а вы сами не готовы к нему. Да, я за один день качнул 3 профы. У меня ушло на 3 профы 7к голды. Это кузнечка, это Юва и Инчант. Все с аукциона. Ух ты. Секас. Ну все, ушли отсюда. Идите чистить трэш уже. Что-то не сработало. И ПГП забагался, сейчас релогнусь. Да не релогайся, это из-за боя, наверное. А, бой. Понимаю. Но все равно этот релоуд прошел. Ну, значит, плохие дни вам попались, потому что у меня ушло вот всего до ничего. Самые такие хорошие дни — это вот вторник, среда, когда цены самые адекватные, потому что потом под новые КД люди залетают, всякую херню творят. Ясно, солнышко и Аркол, вы планируете лутмастер ставить и ПГП? Я мискликнул, если чё. Я увидел, ага. Ну, особенно ты узнал, кто это, да? Угу. Мне показывает, кто мискликнул. Показывал бы аддон, блядь, кто вреденул. Так, видимо, док и зумер того. АФКшит или чё? Ну, короче, тебе отдаю. Лидия прокает с жезла. А зачем ты его исключил? Не написал, наверное, ничего. Ну, блин, если человек говорит то, что ему нужно уходить на день рождения, ну, блин, это ему не спонтанно же сообщили. То есть он мне не сказал то, что он уйдет через какое-то время или что-то типа того. А он написал то, что на днюху надо. Ну, блин, ну это не спонтанное решение, это... Причем он увагонился. Мы, конечно, все понимаем, блин, там ЧП, пожар какой-нибудь, ушел человек срочно. Но, блин, ну днюха это... Ну, вообще не такое. Где вот сейчас одного человека искать? Мысли днюху это такое, ну типа если у меня день рождения лучшего друга, ебать. Конечно же, я выберу лучшего друга, чем играть в ебаную игру. Прикалываешься? Ты знаешь то, что ты уйдешь, и ты сообщаешь Эреллу заранее то, что ты уйдешь через какое-то время. Ну, но он написал же, нет, его на верхнем канал. Он написал то, что вот именно вот сейчас, вот когда он ушел, он написал. То есть он не предупредил меня заранее перед рейдом, то, что он уйдет куда-то. Он написал вот именно постфактум, то, что вот я ухожу на днюху, все. Сорян, я проебал спешку.
Так, мирики, смотрите, вы встаете в звезду, а босс будет стоять снизу платформы, и вы все мирики бьете босса в морду. РДДшники и хилы становятся в луну. Это на первой фазе. На второй фазе вы все спускаетесь вниз по моей команде. Подходите вот сюда, вот ближе к кружку. Блин, я не помню, это правильно поставил. Короче, вот вы все спускаетесь вот сюда вот вниз и ждете команды, чтобы бежать. Вы не становитесь в кружок, вы не становитесь рядом с ним, а чуть поодаль. То есть вот эти метки, что внизу, кружок, ромбики, трусы, это границы взрывов, это 4 зоны. То есть до кружка это первая зона, с кружка до ромбика это вторая зона, с ромбика до трусов это третья зона, и за трусами это 4 зона. То есть вы должны находиться где-то примерно между ними в середине, когда происходят взрывы. Вы не подходите к ним в упор, потому что большая вероятность, что вы сдохнете. Становитесь где-то между ними. Это границы, еще раз повторяю, это зоны. Рыбу поставил, ешьте, кто умирал. Кушайте рыбу. Слава, ты что там? Давайте чек на пол. Воет, покушай. РДДшники, сразу уходите на ту сторону. Только не забирайте сразу на платформу, пожалуйста. Подождите. Так, шаманы, поставьте тотем на диспел. Сейчас перекинулся. Ты так, прям что? Вообще молодец. Ладно. Так, давайте сейчас чек на пол. Хардстайл, ты его агрю спускаешь вниз и забираешь туда. Все. Главное, чтобы босс стоял снизу. Хорошо? Хорошо. Хао. Хао. Все, все готовы, давайте пуляем. РДДшки сразу на свою позицию, Геро будет с пула. Начали бить. Не, Арсайл, сразу агришь просто, вот как ты внизу стоишь, вот, например, на кружке ты агришь его, он спускается туда вниз, потом ты просто забираешься, чтобы он стоял конкретно внизу. Я вообще в стенке. РДДшники, отойдите дальше, потому что вы ловите дебаф. Милики, станьте чуть ближе, чтобы РДДшек дебаф не доставал. Хау, отойди назад. Кто там еще стоит близко? Сагри сейчас. Сагри. Вот так вот он должен стоять. Плюс-минус. Опа. Не вижу, где он сдох, честно говоря. Скорее всего, где-то под нами. Так, РДДшники и хилы приготовились. РДДшники и хилы побежали к танкам. Все вниз. Все вниз, все вниз, все вниз. На, Джеремин. На метке прямо сдох. Интересно. Все, побежали, побежали. Ну, ребята, вы спустились вниз, вы не бьете, вы ждете этих долбанных взрывов. Если вы прям 100% уверены, что вы выживете, тогда вы можете бить. А так просто бегайте. Вы сейчас тупо потеряли ДПС из-за того, что сдохли. Вот специально у вас метки стоят. Вот эти между этими метками у вас куча пространства, где вы можете встать. Как вы, блин, умираете? Все, все на платформу.
Я говорю, вы не должны в них становиться. Если у вас лагает, то вы можете сдохнуть и чуть дальше. Он как... Кто там лежит у нас? Ясное солнышко, он лежит. Видимо, он лаганул или что-то сделал. И сдох там. Ой, блин, там... сделал. Иная тема. Тут бывает из-за задержки. Вроде бы перебежал куда нужно, а все равно топнет. Ну, и запинка тоже бывает. Иногда из-за кривых полов. Ну, как Ваку, скорее всего, из-за кривого пола сдох. Или кривых рук. Стоял костел. Ладно, понимаю. Полы уже поменять. Площадочка старая. Так, РДДшники хилы приготовились. РДДшники хилы побежали. Все вниз. Приготовились. Побежали. Дух, индус. Кто уходит? Кто Габена? Антеля. Когда-то же надо начинать, блять. Пули и так на втором месте по ДПС. Ну, для этого метка на мне стоит. Вы можете по мне ориентироваться, вот докуда я забегаю, вы примерно можете также забегать, и вы выживете. Не выбежал, смотринки лишние. Оля, ты шо? Лишние. Тритринки. Резайте всех, быстрее резайте всех. Резайте сначала, потом иди пойдете. Ну, артстайл, забейте одну болезненную личинку, а потом резай. Надо отойти на 2-3 минуты. Не надо, если еще плащ. Есть уже. Слава, ты это говоришь? Да, да. Тогда никому не... На лисе закину на успех. Давайте, погнали. Две трини крутые. А, бой, извиняюсь. Потом пиролем. Сейчас бой спадет. Куда у тебя бой? Да, почему-то у меня бой. Чё-то непонятно, почему бой, ребят. Глазик, может, на вас сагрился. Глазики там смотрят. Глазик сагрился, да? По-любому глазик, он, я вижу. На ТТМ очищение смотрит. Этот, ну, нормально смотрит, ну. Убивайте глазик, и будем рулить три. Во, пошла жара. Так, токсичный Джереми. Все, отдаю токсичный Джереми тогда, получается. Именно мейн.
Так, еще раз продумайте. Так. Здорово. Что, с нуля сегодня идем? У нас все базы, кстати. Пути. Да, с нуля. Эх, круто. Так. Получается. Или нет? А, нет, стоп. Марлю увидел. Все. Марлю забирает. Ну, у него гораздо больше приор. Все, вперед. Отставил. Все. Так, РДДшники, ваш приор в глазике. Косты им тоже сбивайте, чтобы это под каразом никого не убило. Чем мы на этом 8-2 окна поиграть, что ли? Вот и повесить или похилить? Но все равно как бы сон нет. Все равно, да, тела нет. Он мне никто не хочет. Хотя у меня в ладони показывает 641 ДП, а по факту у меня 141. А, база пятихат. Да. Могу в хп-присте подсобить. Так, Дракоша, спекнешься в танка. Так, кто у нас сейчас ваку ставит? А, нет. Лайкс, шкаф ставишь? Так, что за шкаф? Спекнусь под хилю. Я только сейчас понял, что это, ну, что док это лайка, короче. Сейчас говорил. Марлю спекаться в эту, в бревно? Так, Марлю, сколько у тебя там ДПС? А, стоп, Марлю, да, давай, Марлю, да, напойдешь в этот, в бревно. Да, я по элеме. Да, потому что нам нужно будет эти ходочки. Кушайте рыбу, фул рыбов раздали. Так, где там мораль потерялся? Я нашел сам одну. А, возьмите все свои эти огурчики. Все поголовно. Возьмите, говорит, все свои огурчики. Трюха отошел, что накидал тут. Я уже забыл, что накидывается тут всякая дребедень. Так, что, не видно его еще? Вот сокол у нас вчера был. После этого я, скорее всего, накс десятку соберу.
Да, какой не умирающий, блин, твинком пойду. Ну где мораль? Андрюха! Андрюха, ну шо там? Блин, реально, в Вергирах ты быстрее ЕП получаешь, чем в этом долбанном Максе. Что-то у него не получается. Давайте без него. Не музея, но ничего не надо. Так, сейчас, секунду, я отпишу. СС, вак. Так, кто там? Лакс накинь на Апстайла. Ваку накинь на дракона. И квазар кинь на какую-нибудь марлу. Так, последний чек на пол. Так, все, все готовы, погнали. На пол варстайла. Покучнее станьте поближе. Токсичный, притягивай, если что, эти споры. То я 1-2 окна играю, должен их тянуть еще. Тяни ее. Да, притяни. А где? Найс, листопад. Только не говори, что сейчас ты притяну. Хорошо. Так, рок сейчас будет. Сзади разбейте. Так, ну что там, может, достаточно, мне кажется, спор. Да, там под конец дадим, потому что у нас тут нету стокопалов, чтобы давать сакры под этой потрок.
Так, Арсел, у тебя был, нет, этот мастер-аур? У него сохрановый. Контели, включи сейчас ауру тьмы. И по моей команде дашь мастер-аур. Приготовься. Давай, мастер-аур. Так, на следующий эрстайл будешь давать этот. Так, притяжка есть? Так, давай массакру. Хорошо. Так, давайте Геру. Так, вот у тебя на хп есть. Гантали, прожимаем атаку. Так, на следующем воет Даш. Так, нет, это пропускаю, наверное. Да, да, я говорил прожать. Так, воет, давай гимн на ХП. Давайте, ребята, больше ДПС. Маги, все глыбу. Убили. Так, прыгаем все порталы, идем паучий. Все поспиздил, сука, все поспиздил. Фул сет, блять. Так, идем паучи. Не знаю, как он получил, но Вака вроде как выше его. Так, что, без танка хилов? Не знаю. Я бегу, они чуть на меня агрятся. Я нормально стойки. Видимо, танка не было. За одну ручку, то, наверное, надо там срезать. Что, 200 так-то много за одну ручку. Не знаю. Там, по-моему, два раза ее урезали. Первый раз слышу. Нет? Ладно.
Я не знаю, это Гавай должен разбираться, урезать там, не урезать. Когда он говорит столько, вроде как. И как бы Джереми тоже это, получил полную. Донхэт. Мак чё ревнул? А, он написал, что уйдет. Ок. Так, чё там, у Дога было меньше приора, чем у Ваку? Я, может, просто это прослак. Отдай, хорошо, отдай. Так, кто ты меня оставил сзади, за кем я привязывался? Сволочный. Он говорит, негодяй. Не хочет, игнорит меня, что? Че? Ваку, ты там Лакси в мод кинул, что ли? Лайку вот эту вот. Он меня в мут кинул. О, нет, он меня в мут кинул. Вы издеваетесь, что ли? Он меня кинул, я поэтому его тоже кинул. Логика. Бессмертная. Дай мне. Это он первый начал. Уже отдал. А, ну все, все, окей, понял. Так, а теперь самое интересное. Как это все это вертать взад? Мы все в зад вернем. Можешь вручную там прибавить, тут убавить. Какая тактика тут? О, блядь, не то отменил. Мне круговая нравится, вокруг. Босса в центре, все вокруг. Тогда никто не летает. Летают в длинные херсены, в частности. Он и вперед, и назад одновременно кидает по сторонам. Ладно, отставил, агри его. Поставь куда-нибудь в центре, все разбредитесь по кругу. Вот, с этим разобрались. Так, теперь Вака. Начислить ГП. Ну так поудачно. Сукин сын. Подкинул. Короче, я ему вручную уберу долгу. Там можешь тоже через ДБМ как бы. И через ЕПКП там просто минус дописываешь, и он вычитает ГПшку. А, да? Угу. Ну, вот оно как работает. Грип. Да чего переживать, Олю? Нормально.
Ты, блин, все время алё добавляешь, как будто прием, знаешь, типа как по рации разговариваешь. Ну так и Не, мне просто это в привычку вошло. Я когда начал играть на X3, у меня первый РЛ, он тоже говорил вечно алло, алло. Когда ты знаешь, когда кто-то АФК уходит, он говорит алло, алло. Ну просто в привычку ушло. Все, пошли, пошли, ребята, не стоим. И когда кто-то начинает тупить, и он алло, алло, типа связь с ним налаживает. И что, сработало? Ну, видишь, привычка мне тоже пошла. Но нет, у меня туда вообще было. Нет. И, конечно. Да, сработало. Не знаю, я добрейшего Орелла в жизни вообще не видел. Ну, он срез добрейший РЛ. Ну, тот еще добрее. Еще? Да куда уж добрее? Ну, есть такие. Ты пришел на РТ, вот тебе 100 тысяч ИП. Тихуя. Так, вообще никому эти сапоги не нужны. Да мега добрейший. Ты пришел на РТ, на, блядь, забирай весь шмот. И по спеку, и без спека, блядь. Вот тебе еще 2000 голдов добавил. Ага, чарки, да. Сокеты сразу. Еще не помню. Зюмер. А кто занял смысл скопить? Ну, ты играешь в два окна и забываешь, где у тебя толк. Хао нажал в спех. Нормально, считай, нажал. Да давай ему за ЕПшку. Дал спек. Блин, нафига я шизу, да, я купил. Она лучше зубы. Я мог бы что-нибудь другое купить. Не пропадает теперь. Да не пропадает. Вот табличка дурацкая. Так, Войт, ну контролить будешь ты. Одну из меток будешь брать в этот ФМК и не смотреть эту хрень. Так, артстайл будешь на трэше сидеть, рога пойдешь, напоришь весь трэш, я вытащу босса. И все ковыряем босса. Приз на баф дайте, лапу. Фулл ребаф раздайте. Чем у нас некоторые без бафов? Хилы, ману отпейте. Меня слышно, не? К сожалению. Давайте чек на пол, бафы
Валера, не забудьте это тайм очищение поставить. Валеры нету? Я здесь, здесь. Давай я сейчас убьем босса. Так, все, все готовы, Арстайл, залетай, Роган, наполивай на него. Так Валера же здесь. Говорю, мы это сейчас убьем босса. Шаман, это тайм очищения, ковыряем босса. Потом у нас что, Гера сейчас? Да, давайте Геру. Хапал, накинь по Аверну сальву. А, воет за контроль. А Валера потом по пизде, но надо будет. Угу. Ну, блин, тут кривой. Кривая херня, блин. Ну, сейчас вот дисплей. Я срубила. Варстайл, забери. Дисплей не воет. Она далеко, блядь. Не махайте меня. Касочку дайте. Баф там. Так, я забрал. Так, варяем босса. На, танк сложила. А, блин, тайминги кривые заколебали то в одно время, то в другое. Идем дальше. Лестните эти. А, идите все резко. Логовой ушел. Так, у меня что-то забагалось. Релоуд пропишу. Так, Гавай ушел тоже. А Гавай приходил раз. Ну, хотел же поговорить насчет этого Жига. В смысле? Че он там хотел про него говорить? Да блин, ты что, вот как он поступил, этот Женя, когда он приказал? И че? Ну поступило. О чем тут разговаривать? А, херу знает. Просто если потом он за лупу будет кидать, то что ему КПшку начислили. О, реально. Заранее не видите. Так. Все, я раздуплился, как делать дешевле. Там сверху эта херня прописывается. Ага, ага. Просто иногда оно сразу выдает, типа, на офспек, что отдать там половину. Там это, выбираешь, типа, строчки там такие есть. А, иногда этой строчки нет. Просто кто... ролит на main spec, то вот эта off почему-то отключается, и поэтому ее не можешь выдать. Тут
бы никто не ролил на моем спеке, все равно такая шляпа. Видимо, значит, у нее не прописано. Кто его знает. Сразу проходите все, поднимайтесь наверх. По мне так консулам раздавать все равно быстрее. Ну да, конечно. Тут знаешь, что удобно? Смотришь, у кого какая шмотка одета. Да, кстати. Вот это прям нормально. Это мне понравилось. Ну, типа, можно также через ЕПГП это все делать, но чисто уже смотреть консулам, а не смотреть вот эти тайминги. Хотя, в принципе, какая разница. Я не знаю, зачем вообще ГП в Наксе. Ну, с ДП же за него дает. Просто посмотри на рейд, и вопрос пропадет. Я считаю. То, что ты винков много. Просто видишь, что-то упало. Да, там и твинки, и как бы новенькие люди тоже вон раздетые, как бы. Ну тут видишь, все происходит так. Бери тут плечи. Я бегу сейчас, пацаны. Добегу и сразу заберу. Наверху. Ну я понял. Тем более тут тринки как бы нормальные еще есть. Не только тринки, тут в принципе и пухи некоторым людям там, и одежда. Вообще, в принципе, нет. Я так понимаю, что около 60% вещей ушли по ИП. Так, шамана тотем на диспал. Да, блять, зашли, не успел предупредить. Просто вообще. Да, хилы, подойдите вот сюда, вот ближе к звезде. Станьте здесь. Давайте уже с жопы босса просто начнем пулить его еще. Просто чтобы здесь они стояли, они там спереди. Танк в любом случае стоит на этой платформе. Касочки раздайте, на маги нету, на хапале нету. Ладно, на моего декахера забьем. Приста бафа нету на магах. Все готовы, давай ставь под полей. У полей. Коконы разбейте, два человека. Ну, разбейте кокон, народ, блин, люди умирают. Блять, вот человек умер. Какого хрена он там умер? Почему вы не разбиваете его? У вас херово туча РДДшек. Должны просто шотать их. Танка бы. Улетели люди, разбили коконы. Зря мы сюда встали, так далеко. Они дальше не улетают. Нормально. Проход зато так не летят.
Можно БР помогу? Лежи. Никогда без команды Эрла не просите чертову БР, блин. Эрл скажет, только тогда пойдет. Коконы разбить. Так, люди влетели, разбили кокон. Зубы дайте попало по танку. Хава накинул. Попал на следующую каплю дашь. Коконы разбить. Приготовься давать каплю, давай каплю. Не вижу капли. Ты какая капля, нахуй, не знаю, что это такое. Кнопки, кнопки. Ебало, говорит, заткни. Хорош. Идите все в портал, отресните индуса. А индус можешь встать. Ладно, тебя уже резали. У левая рука хорошая. Поднимайтесь наверх. Нахуй пристал. Тринка говнёвая. Блять, походу я её возьму. Хрена знает. Блять, луки нахуй, да. Чтоб вы провалились, сука. В синем обоссанном шмотье без чарок, камней. Хули, я тоже бил кокон. Ладно, давайте, у нас все отходят АФК, давайте перекур устроим 5 минут. Объявлен перекур, можете уйти на 5 минут. Только все возвращайтесь сразу.
Просыпаемся, народ. Потягушки делаем. Нечаянно, мораль. Просыпайтесь. А есть возможность на Элима прыгнуть на двух хвостов на этом рлю? Ну, прыгни. Че, я быстро. Хабриста надо? Че, вы таки хочешь спекнуться? Не надо. Зачем? Шкаф поставить? Кушайте рыбу. Тезар, что ГП? Тебе ГП дать? Что? А что ты пишешь? Хорошо. Что вы там с резнаком? На этой, на Сапфероне, на летучке. Дракоша, просыпайся. Смотрик есть? Да, есть. Смотрик есть. Ходи. Пойду. У меня еще частик до работы есть, можно провести это время с пользой. Как раз тут два лоста осталось. Ты, блядь, ночь такая дурная, пиздец, ебать нахуй была. Я не помню, я больше 3 лет работаю, чтобы хоть раз было на районе 5 ДТП с потерпевшими за ночь, блядь. Хули, блядь, не продают алкашку сегодня, нахуй, вот они вчера наквасились. У нас такого нет, у нас бум 24/7 торгует. Значит, молодежь раньше начала отмечать выпускные. Какая там нахуй молодежь, там один дед, я говорю, нахуй ты на тот скутер сел, там уже помирать пора, блядь, ебать, ты нахуй на скутер сел, блядь. Каскадер. Сел на скутер, слез с него, ему машина переехала ногу. Заебись, бля. Так, ну все, с фул рыбов раздали. Дайте, пожалуйста, каску, пристабав, кулачок, повару. Есть возможность кулак увидеть? Кирюх, когда, ну, десятку уйдут на понедельник? Да, десятка в понедельник. Все готовы. Дай кулак, блядь, повару. Кулак, кто там? Гантель, давай. Поваром обнови кулак. Окей, молодец. Все готовы, поле. Гера пошла. Фул бурсты, припоты. Погнали. От дождя убегаем. Проводите не через рейд. К стенке убегайте, разлёте под стеночку. Места там много. Это дискон? Нет. Нет. Нет, игра. Метку можете не хилить, пускай он сдохнет. Метку. Там по его ДКшку. Разбредитесь, ренжо наберите. Он, кстати, нормально держит. Это. Его легко прохилить. Спрятались за глыбы.
все, разбрелись, ренжо набрали. Лема, видите, рейд просаживается, тоже кидайте свои цепнухи. На хп кричите, воры. Я кричу, что-то е, ага. Да шоп такое, а. Как вы там все сдохли? Да все в одну кучу пошли и все втроем убегали. Пук дракона оказался живучее и быстрее. Из дубовой кожи. Джимми, залей срезу, мама. Да мне не надо. Взлетка. Так, ренжо набрали, ждем глыбы. Все, спрятались из-за глыбы. Блять, я завис, пацаны. Ну все, нормально проиграл. Спорь. Спрятались быстрее. Успел, блять, развис. Мне это очень нравится, когда была видеокарта 256, и мне не лагало. Сейчас 6-гиговая подлагивает. Класс. Может быть, то на меня. Ну, Маку, иди под стенку, блин. Ну зачем ты сюда твоешь? Под стенку иди, куда ты бежишь ко мне, алло? Мутит под тебя говно, блядь. Так, ренжо набрали. Ну, Лема, накидайте свои цепной. Прохильте немножко рейд, помогите. Еще одну ждем, спрятались все за глыбы. Чайный, дай БР посрежу. Что за хуйня, бля? Мне зависать, блядь, на 5 секунд, на 6. У кого есть тинер в хау залечь? Первая пати друид без КД и норвейд. Можешь по хау дать или тяжело? Зюмур, дай по хау. А ладно, все же. Я чуть за холик, блять. 204-й 7 кхпс. Че, шутка? Да? Можете встать и прийти быстрее будет. Чисто бать правосудие света лям нахилил, блять. Нормально, печатка. Тизар, Индус, встаньте, ну прибегите вы. Почему вас должны люди ждать?
Блять, вы лежите, ждете, блин, хотя уже могли бы давно у вас состоять. А че индус? Индус в комнате уже. Ну, там втроем просто маги были сдохшие, поэтому я говорю. Тизар, кто там еще? Капорос или какие-то. А, так, Квазар, ставь шкаф. С манем, кого закрыто. Тыкайте, тыкайте, тыкайте по шкафу. Ну, быстрее, народ. С манем всех. Кто там? Кушайте рыбу, кто падал, кто не падал. Саня, я быстро релукнусь. Угу. Всех своих питомцев подставьте на пассив. Абсолютно все локи. Маги, если есть среди вас фаер, живые бомбы не кидайте. Телемы аккуратно со своими цепнухами. Кто там еще у нас был? ШПшки тоже со своими пытками. Как оно там называлось? Иссушение разума. Иссушение разума называется. Сушением своим. Все фулл ребафа. Стоп, говоря нет еще. Сейчас захожу, уже гружусь. Да что-то, блядь, нихуя не помню. То ли винда что-то скачивает, а подтягивает. Что-то подлагивает, пиздец. Все, давайте фулл ребаф. Лапку. Инту мага. Боговую тьму накиньте. Надо, походу, блядь, чистить кэш. Лапу, лапу. Все станьте на звезду. Лапу, друиды. Укарный бабай, почему по 100 раз надо повторить? Индус, почему не покушал? Так, чек на пол. Секунду отдаст мне. Это у меня нету каски и МП5. На шамане. По шаманам МП5? Угу. Все. Все, все готовы, все заходим в кружочек. Центр. Давайте, 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 шевелитесь, блядь, кто там спит? Так, когда будет запускаться босс, арт-стайл поставишь его в центре, я кас собью или кто-нибудь там, кас сбить ему. РДДшники по кругу рассосетесь. Валера на ДК этот прими трейд. Я тебе сумму распыл. Валера, шо ты за, блядь, ДК такой, ёбаный он. Топовый ДК. Вот это у тебя грудак, блядь. Бесы. Был бы я баба, я бы тебе дал, отвечаю. Ебать, урод, нахуй. Он даже с чаркой. Всем ко всему, нихуя себе, блядь. Это серьезно, блядь. Ну ты че, я с этим серой алкашки прошел? Хорош. Дай мне ассиста, я буду меточку ставить. Только черепок, если баба летит. Бой идет уже. Надо сам стать. А че, люди видят. Слева от босса летит. Просто мне на другом окне право. Ладно, я сейчас это откопаюсь в свой макрос. С входа летит баба, смотрите, тогда можете уже заливать, только аккуратно, без АУЕ, без бомб, без всякого дерьма.
еще с входа летит. Заливаем, заливаем, то чтобы с входа ее. Немножко левее от входа летит. Теперь правее от входа летит. Ну, это сдвин, зубар. Сегодня посох урвал. Денис бы, блядь, было по нему желание, он бы уже все нового кота поделал бы еще лучше, чем старый, блядь. Выебывается вот это, блядь. Мелкий, добивайте быстрее. Мобиков этих расстреливайте быстрее. Так, скоро вторая фаза начнется, добиваем сзади. Мне Саша вообще сказал, что Денис, блядь, душ на быка будет. Окей. Да-да, добивайте быстрее баб, сейчас будет босс расставил. Одну кататься. Заливайте быстрее, потом вторую. Не каждый, блядь, свою. На пулы дали вардстайл. Косты не забыл. Все, рейнджу набрали, РДДшки стали вокруг босса. Милики, друг слева, рейнджу. Справа под боссом стали, не стойте посередине никто. Почему дядя срез в хиле сбивает косты? Это ты, ближе к трону кто не станьте из РПТ. Станьте, говорю, лево, право, по центру никто не стоит. Кири, ты че? Ну не тетя же. Думал, мальчик, блядь, судя по фотке в телеграме. Песюк. Двое детей, песюк. Хорошо. Может, и двое детей, тебе 17, ебать. Ну да, начал рано. И жена, блядь, ну этот, молодая. Ну вот так-то да. Может, молодая ромская семья. Вако. Может, Гера дать? Я под конец даю. Срис, как предложение по поводу Гера? Сейчас, подожди. Мелизона. Мелизона, точнее. Не, после первого контроля дадим. Чтоб тебя взяло в контроле, ты еду въебал. Ага. Это чтобы чуваки а под герой не дали. Это так, блядь, стоит. Встаньте лево-право от босса, видите, босса подвернут. Хуя Геру, быстрее будет, блядь. Ну прожмите Геру уже. Вскочил и успокоится. Это чисто контроль сразу после Герила. Да. Вышел. Каст, каст, каст. Я не в КД у меня. Следующий собью. Ну, к трону вообще никто не стал, там свободное пространство такое. Макс стоит такой. Блять, опять подвисает. А что за хуйня? А кто настроишь, товарищ? Ты? Там декал вышел. Я мертвый. К танку не надо подходить. Мораль, сдай этот бомжи. Блять, у меня там вот так фризит, бля, я нихуя не понял. Угу. Че
финиша, просто, знаешь, как игру на паузу поставил. Ладно, я понял. Совы заберите кто-нибудь. Да я просто своего прослакал, он умер у меня в луже. Поэтому я не могу сейчас оттанчить. Джереми, можешь бэрнуть. Т3. Морали, идите, морали. Коли пал там. Не забирай меня. МК на мне, дайте контроль, друиды, быстрее. Контроль. Меня оглушило. Вовремя ты мне сечку дал. Ну вроде контроля. Хомали хильте, блин. Я серьезно промах, блин. Я мёртвый. Ну, Дженни, дай БР по Тетриону, сказал же ешкин кот. БР не мораль тоже. Пук дракона, нечаянно. Мораль БР не. Нечаянно по срезу, дай. Я возле тебя стою. Лежу. У меня в МК, короче, дал ШВД, ебать. Двадцатка залетела, ебало. В миллизоне, сейчас ебанет, вышли оттуда быстрее. Забафайте Тетриона, дайте каску. Я вас понял. Токсичные звезда и этот бомжей. Уже не успеет. В Мелизоне сейчас ебанет. Акстромас на коляске, нахуй. Это чувство, когда нету танка. Вчера так же вроде добивали. Да я лежу. Хорош, а блядь. Я лежу. Ебать, чисто 20 ОД, блядь, алло. Резайте всех. Блядь, не помню, ну и мусор ебаный. Падали вообще хоть раз, блядь? А нахуя они нужны там, ЗОД такие же? А, костец мой упал. Хорош, блядь. Ноги ЗОД чисто такие же. Не, это понятно, я говорю, ну... Пока не было за УД штанов. Я не помню, ну, что да. Мы сколько ходили, они хоть раз падали, блядь. Да, падали. Кастет упал, блядь, 2 месяца не падал. Индус, да, я не понял, что значит в спек? Какой у мага может быть в спек? Танка, наверное. Ну, точно не на это. Не на аркана. Но если тебе не надо на аркана, значит, блядь, купи себе за УД, они точно такие же. Нахуй ты эти, блядь, принял. У нас нету такого на мага офспик. Это не тот контент, там где мы играем между талисманом или объектом. Так, ты выдал? Это все, да? Да, сейчас все. Пока что не ливайте, сейчас начисление будет. Давай. Все, начисление прошло, кому шмотки не нужны, можете уходить. Ладно, гэнсу, спасибо. Вы костец ждете? Нет, хуй. Я рёснулся только. А зачем ты вливнул? Алло. Или уже ей подали? Дали. Дали. Чё, я чуть не заметил.